кулисами. Здравствуйте. Здравствуйте. Видела вашего друга Филиппа Киркорова. Он сделал селфи с президентом, похвастался мне только что. Вот выложил в Инстаграм. Вы, а вы где были? Вы опоздали. Вы опоздали на речь президента. Да, я просто оказался... Обедали. Не обедал. Я пошел в одно место, а там перекрыли все. Даже там уже перекрыли все. Да вы что? Скажите, вот говорят, что вы самый ироничный человек на нашей эстраде. Ну, если говорят, значит, так и есть. Значит, так и есть. Видите, со мной даже такое случилось сегодня. Такое случилось сегодня. Что вы будете сейчас петь? Песню Алексея Романова, который специально написал ее. Песня называется «Россия». То есть это премьера сейчас будет? Да, почти премьера. Здорово. Ну, все, сейчас будем смотреть. Вот как раз, мне кажется, уже и Кристина Орбакайте выходит. Отпела, вот сейчас отселфится. Я, да. А, вы еще после Розенбаума. Да. А что же вы так заранее сюда пришли? На Путина не пришли? А я ответственный, потому что после того, как я там задержался, теперь все. А подожди, а вы там задержались, и вам пришлось кругами идти, или вас не пропускали? Ждали, я стоял вот так. То есть даже народные артисты тоже заставляют. Ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного, подождем, правильно. Ой, ну ладно, удачи вам, удачи. Ну вот мы воруют Николая Баскова. Последние штрихи наводят на его красивое лицо. Вы самое красивое лицо здесь. Вы знаете, самое красивое доверенное лицо. Да? Да. Которое опоздало. Которое опоздало. Но мы об этом никому не скажем. Я это сделаю. Я зато свой выбор сделаю 18 марта. Да. Туда я не опоздаю. Туда, смотрите, туда хотя бы не опоздайте. Ну что? Совершенно потрясающий парень. Народный артист нашей страны. Николай! Под летними грозами я в памяти часто листал, и все дневники моей памяти приводят к родной стороне, где б ни летали, ни плавали, то лучше на земле. Златоглавый звон. Я слышу новый звук спасительный и знаю, что все хорошо. Ангелы наши хранители все крутят в нем колесо.
18 марта я голосую за Путина! Лужники!